всем! Я знаменитый гитарист Карлос Салдана. Карлос Сантана. Наверняка вы слышали хоть одну мою песню. Настало время и мне провести свой творческий вечер. Где же мы будем играть? Или... В Великобритании. Так... Может быть... Люксембург. Так... Или... Палау. Палау. А может отправимся... В Фаландских островах. Где же пройдет творческий вечер гитариста Карлоса Сантаны? Так, и кто же нам поможет? Вам поможет Squid Game. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Карлос Сантана. Мой любимый гитарист. Так что... Игрок 001 и игрок 067, вам нужно по двух азбуках выучить. Кто найдет больше подсказок, тот останется в живых. Ладно. Вертолет. О. Вертолет в Лондон летит. Да. Первый балл. Лошадка. На лошадке можно покататься. Возьму Люксембургу. Второй, первый балл. Поезд. Или отправиться на поезде. В Палау. Первый балл. Автобус. Или на автобусе. Возьму Аландских островах. Первый балл. Хо-хо-хо. Я нашел 4 подсказки. Так, ну, игрок 067. Твоя очередь. Виси! Кого ты собираешься взвешивать? Лупа! Да, Люксембург такая маленькая страна, что можно ее смотреть на лупе. Второй балл. Портфель! Вообще-то футляр, это называется для гитары, футляр. Ну ладно, Палау, второй балл. Акварель. Так, первой игре победил игрок 001. Еще одна досадная ошибка, и ты будешь убита. И не только вас, я и даже других вызвала. Халк Хоган. Игры кальмаров. Если я бы там был, я, конечно же, выиграл. Потому что я самый крутой рестлер в мире. Ты же в фильме «Остров Маккинси» да. Снимался. Я живу по правилам Халка. Да, есть правила Энджела, но есть правила Халка. Да. А теперь извините, мне тут надо своему брату помочь на ферме. Покормить свиней, косить стрин траву. Да, дрова заготовить на зиму. Подковы делать. Для лошадей. Ну, чтоб скачали быстрее. Да, отнести мешки на мельницу. Пробалансерно. Короче, я очень-очень занятой. На ферме. Великобритании. Так. Второй балл. Персонажи из Зверополиса. Да. Ну что ж, давайте послушаем какую-нибудь песенку. Так, сколько нас тут? 5. Значит, песня номер 5. Солнечные страны, это хорошо. Мне нравится солнышко. Где же тут у нас есть какая-нибудь солнечная страна? Палау.
О, третий бал, Палау. Такс. Спайгир. Да. Ну что, шпион? Да, я вижу русскую азбуку. Сейчас я быстренько буквы посмотрю. Так. Все, увидел, начинаем. Лев. Ванна. Пылесос. Аквариум. Да, я вижу аквариум с рыбками. Натуральный аквариум. Вдоль берегов. Аунских островах. Да, второй балл. Такс. Персонажи из Звездных войнов. Такс. У Карлоса Сантаны, моего любимого гитариста, персональная яхта есть. Но ее захватили бандиты. Так что... Команда Звездных войнов. Начинаем операцию по спасению яхты. Яхта свободна для вас, Карлос. Капитан Рюнгель готов вас отвезти. Можно ехать в Палау? Так, четвертый балл. Ну все, Звездные войны, можете отдохнуть. Хорошо поработали. Персонажи из Майнкрафта. Так, Майнкрафта. Ну давай, Стив. Стив, а ты видел, что мой Дадыр первый раз попал в Майнкрафте? Да. Ну мы вообще не можем играться. Наш хозяин пошел мыться. Вот как раз хозяин. Быстрее бой меня Майнкрафт ждет. Меня мои любимые герои ждут. О, потерпи, мальчик, дай вычешу тебя, и ты будешь свободен. Что, нам еще ждать? Ну не надо и долго. Ждите. Бренч из троллей. А пока эти Майнкрафты ждут, я тут быстренько пройдемся по буквам. Арифметика. Помощница. Ой, у нас троллей много помощников. Палау пятый балл. Воробей. Лошадка. И по всему Люксембургу на третий балл. Капитан Джек Воробей. Ха, всем привет. Так, что вам нужно? Выучи азбуку, капитан Джек Воробей. Легко. Леопольд. Волк. Принцесса! Где? В Палау. О, надо будет мне туда отправиться. Шестой балл. Айболит. Ай-яй-яй-яй-яй. Не знаю, как вы, но я в Палау. Там меня принцесса ждет. Так. Какой-то вульф. Волков боятся в лес не ходить. Ну ладно, нет. Так, что у нас тут? Маша вас ждет. Ага. Ну, девочка, выучи азбуку. Конечно, странное существо. Выучу. Арбуз. Волки арбузы не грызут. Паук. Так. Волк. О, вот. Нормально, Великобритания, четвертый балл. Луна.
Под луной воют не волки, а оборотни. Убери все скорее, а то превратится в оборотня. Или превратится в вервулфа. Какой-то мем. Да. Да, да, я же говорил, я же рассказывал. Про македонского. Да, что он... Красивый, он умеет сражаться. Он умеет катапульты выдвигивать. А также умеет строить этот, как его там, маяк. А также убил настоящего слона. И также арестовали его. А его черного коня и поскачивали по черным странам. Представляете? Мой сценарий не понравился ни одному режиссеру. А я же так старался. Я же так старался. Ну, ищи черные страны, ты. Горе мне, горе. Великобритания. Я кивал. Ой, даже объекты слушают Сантану, даже Карлсу. Да, мы двое, значит, мы будем слушать песенку. Номер два, потому что Мэтчи Пенсио, подружки-болтушки. Да. В объект-шове. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей обилки, да, да, да. Но хотят-то мы и обилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и запилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Кстати, мы тоже деревянные. Значит, у нас тоже внутри опилки. Как у коричневого. Винни-Пуха. Так, ну что. Поищем коричневый цвет флага. Биг Бен. Шестой балл. Великобритания. И все. Так. Ой, даже Paintbrush слушал его песню. Про Карлоса слушал. Ну, я готов. Я готов замазать какую-нибудь букву. Только мне глаза не замажь, чтоб я видел дорогу. И даже не прикасайся к метру, пожалуйста, и Салии. Ладно, я только букву буду замазывать. Ну, только внимательней. Луиджи. Луиджи. А да, то... Мне закрашу Луиджи глаза. Автомобиль. Почему Аонским острову ездит? Так, четвертый балл. Приз. О, приз дают лучшему гитаристу. Приз в Палау. Седьмой балл. Вертолет летит в Великобританию. А приз это полет. В Великобританию. Посмотреть Биг Бен, Лондон Айс. Тауэр-бридж. Тауэр-бридж, да, там ничего. А я с удовольствием сходил бы на Бейкер-стрит. Посмотрел музей Шерлока Холмса. А, там же есть еще восковой музей, мадам Тюссо. Ух ты. Так, игрок 0.67, у тебя последняя попытка выжить. Потому что игрок 0.01 выполнил задание, изучала азбуку. А теперь только ты. Теперь ты должна... Помоги трактору-тягачу вытащить джип из ямы. Ну я же девочка. Порисуй трос. Ты должна это сделать. Иначе убью. Ах, ладно. Карлос, где твой джип? В Великобритании, в Лондоне застрял. Седьмой балл. Ну а ты, старик 001, ты будешь... Порисуй рельсы и шпалы для поезда. Чтобы этот поезд в Палау ехал. Восьмой балл. Ладно, будем стараться. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Время пошло. Фу. Так, ну что там? Самое время сразиться с пиратами. Не так ли, Джек? Джек Воробей, вылезай. Надо
Надо с твоими корешами повоевать. Свистал всех наверх! Холд ходом! Приближается к нам! Джек Воробей! Приближается к нам! Едем отсюда! Стой! Не уйдешь! Заряжаем пушку! Давай! О нет, наш корабль тонет! Слышь, это как в острове Маккензи. Сокровища наши! Спаси нас от этого Халка Хогана! Мы застряли в Аллодских островах! Да ты бал! Никто вас не спасет! Чек Воробей не спасет! Да-да, денежки наши, все! Пошли, Халк, подтусим! Помогите! Команда Зерополис! Ой, извините, у нас корабля нету! Так, ладно. Мы лучше послушаем какую-нибудь песенку. Сколько нас тут? Вы же пятеро. Хотя пятая песня сразу не будет неправильной. Берите лопату, идите копать картошку. Чего? Зимой? Ну, а что поделаешь? Лучше другую выбрать. Например, самую первую песню. Обо всем хорошем и улыбку свою я дарю прохожим. Вот это моя улыбочка. Это моя улыбочка. А я в принципе не улыбаюсь. Я тоже. Тоже. Вообще-то у Леопольда розовый бант и желтая кофта. Так что... Мадам Газель. Мадам Газель, поищите розовый и желтый цвет флага. Великобритания. Так, 8-й балл. Палау. Палау, 8-й балл. И Аландские острова. 5-й балл. И все. Так. О, ребята. Я вижу детей. Которые ждут меня с азбукой. Так спроси, может, не помогут. Сейчас, погоди. Эй, дети, поможете с азбукой? Конечно, не спагирушка. Лук, лиса. Лук, лиса, не подходит ничего. Ищем дальше подсказку. Арбуз, акула. Нет, только не акулы. Попугай, пенал. Попугай это для пиратов. Волк, виноград. Виноград? Ну ладно, виноград нравится нам. Токс. Кто тут вызывал волка? Этот спайгир вызвал, чтобы... Выучил азбуку. Да, выучи азбуку. Вместо меня. Я уже выучил. Тебе твоя очередь. Ну, ладно. Давай. Волк. О, конечно. Не был получать. Да, 8-й балл. Паровозик. В Палау ездит. 9-й балл. Антошка. Леопольд! Это тот, который живет дружно в Люксембурге. Да, 5-й балл. Ну что ж. О, подружки-болтушки, привет! Привет, Карл Салдана. Я видел, что я вызвал эксперта. Так что идите к эксперту. Он славный баскетболист. Садитесь в наш космический корабль. Мы вас быстро отвезем. К эксперту. Ой, спасибо. Спасибо, вы все так добры. Особенно. Всех приглашаю на концерт. Всех. Без исключения. Также объектов не только людей. И меня.
меня тоже. О, нет, тебя не будет. Это... О, привет, Денис! Привет, Карл Салтана. Как жизнь после баскетбольной карьеры? Нормально, сейчас я отдохну перед следующим матчем. С Джорданом встречаешься? Ну, конечно, я видел его фильм под названием Space Jam, мне понравился. О, где его снимали? В Палау острове, вместе с Уинсоном. О, значит, я тоже туда полечу. И будет у меня творческий вечер. Палау. Белау, лобак, лиси, эр-э-келулу. Какой-то странный язык там. Ни на что не похожий. Ничего, язык музыки всюду один. Итак, знаменитый гитарист Карлос Сантана будет отправляться в Палау. В Австралии океан.